Перейти к решительным действиям уже завтра обещают противники премьер-министра Армении. Сегодня в Ереване стартовала анонсированная оппозиционными силами масштабная акция. Первый удар принял на себя квартал, где расположены Министерство юстиции и МИД страны. Демонстранты смели полицейские кордоны, блокировали улицу. Впрочем, более серьезных столкновений пока не было. У здания правительства многотысячный митинг. Участники требуют отставки Никола Пашиняна и призывают армию перейти на их сторону. На площади республики они установили палатки и уже вечером предводитель протесты заявили, что останутся там на ночь. Сам Пашинян написал в Фейсбуке, что считает происходящее на улицах не выступлением оппозиции, а борьбой бывших элит за утраченную власть.